Художественная гимнастика, бокс и хоккей. За кого болеть жителям Мариэл на следующей неделе и какое количество зрителей готовы принять спортивные учреждения? Все подробности в спортивной афише. Быстрее, выше, сильнее. Спорт в республике продолжает воспитывать новых чемпионов, которые представляют Мариэл на региональных и всероссийских соревнованиях. Но перед этим тренировки и участие в различных стартах. В спортивной афише мы расскажем вам о соревнованиях, которые пройдут в республике в конце февраля. Начнем с хоккея, с игры настоящих мужчин. В эти дни в Ледовом дворце Мариэл состоятся встречи в рамках чемпионата республики. Команды продолжают бороться за чемпионство, а это значит, что каждый матч очень важен. Ближе к выходным любители единоборств смогут понаблюдать за чемпионатом и первенством по боксу, который состоится в спортивном зале ФОК. Предварительные бои начнутся в полдень. Суббота не менее насыщенный спортивный день. В корте состоится зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Принять участие могут все желающие старше 30 лет. Им предстоит пробежать на лыжах, показать свою физическую подготовку в силовых состязаниях. Старт в 11 часов. Также в выходные пройдет первенство республики по мини-лапте среди юниоров 15-17 лет и чемпионат республики по художественной гимнастике. Болельщиков ждут в легкоатлетическом манеже «Арена Мариэл» и на теннисном корте стадиона «Дружба». Правда, помните, что на спорт-объектах в республике до сих пор соблюдаются необходимые противоэпидемиологические требования. Зал может быть заполнен лишь на 30%, а дистанция между зрителями должна быть не менее 1,5 метра. Подробности о дате и времени проведения соревнований можно уточнить на сайте регионального Минспорта.